Представители команды Австрии. Команда России. Аплодисменты команде с ограниченными возможностями. Гарков третья. Ой, как холодно! Россия вперед! Россия вперед! Там старт! Друзья, ваши аплодисменты, конечно же! Приветствуем всех участников! И мужчины вспенивают гладь полыни Семеновского озера. Первый чемпионат мира по ледяному плаванию. Город Мурманск, Семеновское озеро, 1000 метров в воде, мужчины. Ура! Я напомню, что на первой дорожке Игорь Гусаров. На второй дорожке Паоло Чиарино. И трибуны взорвались аплодисментами. И на третьей дорожке также финиширует Андрей Агарков. Давайте поддержим Александра и Андрея. Саша и Андрей, молодцы! У них финиш! Зеленецкий 22 минуты 31 и 40. Поддержи тем временем. За Мурманск болеем! Команда спортсменам в воду. Не опрянных шортах. Ой. Только в плавках должны быть. Старт! Там старт! Ура! Поддерживаем команду России! Россия вперед! Россия! Ура! Длинная вода, 1000 метров. Первый чемпионат мира по ледяному плаванию. Семеновское озеро, город Мурманск. На первой дорожке Дмитрий Вахрушев. На второй дорожке Евгений Малайкин. На третьей дорожке Андрей Замыслов. На шестой дорожке Валерий Губаньков. На седьмой дорожке Николай Петшак. На восьмой дорожке Андрей Сычев. И все это спортсмены России! Малайкин идет последние 25 метров. Малайкин финиширует. Аплодисменты Жене. Есть финиш, уважаемые друзья. 20 минут 6,1 секунды. Он удачно справился с дистанцией. Давайте поддержим Андрея Сычева на восьмой дорожке. В данный момент он финиширует. И, конечно, ему очень важна ваша поддержка.
Есть, Андрей. Есть, финиш, мы аплодируем Андрею, 22 минуты, 26 и 70 секунд. Уважаемые друзья, следующий зап... Алексей Лисов разминается. Зачем, не знает, только все равно выиграет. Старт! Даунстарт! Тем временем я напоминаю, что на первой дорожке представитель Ирландии Патрик Каркара. На второй дорожке представитель России Анатолий Лебедев. На третьей дорожке представитель России... Вперед на рекорд!